Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами в Москве и начинаем свою экскурсию с Александровского сада. Посмотрите, какая красота! Снег идет уже почти сутки, чуть меньше. Сейчас время уже обеденное, и он не перестает, как и обещали. Вчера вечером начался, и вот такую красоту он навел в Москве. Службы работают. Но все равно снега много, конечно же, они сразу все не успевают сделать. Пробки на дорогах, но это обычное явление для Москвы. Но вот Александровский сад, смотрите, как красиво. И снег все идет. Небо заволокло. Здесь у нас вот манеж, здание манежа и манежная площадь. Торговый ряд. Охотный ряд. Я уже забываться начал. Ну просто... Красиво, я не сдержался, решил вот показать вам. А то все, меня критикуют уже, все мост да мост. Ну вот, немножко решил, как говорится, развеяться. И мы с вами в Москве. Кремль, Александровский сад, конечно же, без листьев. Но вот вечно зеленые ели. Ну и давайте вот. Здесь возможно пройти. Может быть, сейчас поднимемся на площадь, попробуем. Там уже вот подсветка. Я вообще не планировал, еще раз скажу, но такая погода, конечно же, располагает. Попробую пройти еще на Красную площадь, показать вам. Вот вход в торговый центр. Но хочу вам сказать, Вайбери сейчас убил все торговые центры. Стонут и плачут от Вайбериса и Озона. Они полупустые. Я вот заходил в несколько и был поражен. Сравнил, что раньше было и что сейчас. Просто. Они просто пустые, будем так говорить. Но это, конечно, еще и торговые бренды многие покинули нашу страну. Но торговые ряды самое интересное, что держат. Аренда, видимо, для них копеечная. И других, как говорится, не пускают. Сам не съем и другому не дам. Но это так, отвлечение, посмотрите. Готовится к Новому году. В Москве было голосование. Украшать ли, не украшать ли на Новый год Москву. Ну, 80-90% москвичей высказались за украшение. Но единственное, что... Это уже добавил губернатор Крыма, ну или как он правильно называется, Аксенов Сергей Валерьевич. Единственное, что соблюдать морально-этические нормы. Он тоже разрешил хлопушки, фейерверки на новогоднюю ночь. Так что вот такая ситуация. Ну вот если смотреть, по Маховой машины идут без проблем. Вот шар. Подсветочкой. Ну и все вот пишут, и Керчь, и Симферополь, Севастополь украшают игрушками прошлого года. Я когда вот это прочитал, мне стало странно. А что, раньше на каждый год покупали новые игрушки? Это получается как колбаса, что ли, не свежие выкинул, а игрушки что им будет? Ну вот так, посмотрите, как красиво на Манежной. Ну, снега, конечно, скажу я вам, гляньте. Может быть, оно и к лучшему. Потому что дороги полили вот этой химией. И вот каша получилась. Но я представляю, когда вот это все таять начнет. Я так думаю, что загонят какую-то технику и почистят. Главное, под нами торговый центр. Главное, чтобы вода туда не ринулась. Но вроде изоляцию в свое время еще югославы делали здесь. Потом и переделывали. Не должно. Так, ну вот. Такая здесь красотища. Посмотрите. Немножко еще мы пойдем к этому куполу. И пойдем дальше на Красную площадь. Хочу одним роликом показать вам все такие вот места знаковые. Прогулочные. Ну, в принципе, здесь... Особо-то и смотреть нечего.
А вот там построили возле гостиницы «Москва» что-то, такую инсталляцию. Ну, видимо, она и в том году была, кто знает, подскажите. Я просто не в курсе дела. Сейчас поближе подойдем к ней. Вот эти знаменитые двухэтажные экскурсионные автобусы. Вот сейчас по Москве проехать в такую погоду самое оно. Блин, куда я попал? Не пройти здесь, не проехать. Гляньте, здесь все просто занесло. Как в какой-то деревне. Центр Москвы. Не, я ни в коем случае не критикую, мне наоборот нравится. А то сразу снег выпадает, его сразу пытаются убрать. Как-то не по-человечески. Смотрите, вот эти стеклянные купола на Манежной площади, все в снегу. Их даже и не увидишь сразу. Ну, а тут вот собирают, видите? Еще огорожено все. Ну-ка, давайте сюда зайдем, посмотрим. Государственную Думу тоже облагородили, там 23-й год им нарисовали. Ну, пока вот туда не пройти, вот закрыто все. Пойдемте на Красную площадь. Вон здесь пытаются почистить. Борьба со снегом идет с переменным успехом. Это выход из охотного ряда. Тоже так вот украсили его слегка. Манежная площадь, дом 1. Это центральный вход в охотный ряд. Блин, погода шикарная. Мне очень нравится. Посмотрите, там елка лежит. В снегу вся, вон, занесена снегом. Туда пройти бесполезно. Все, в снегу, может быть, сейчас вот-вот поставили одну. Вот еще московские сезоны. Городские уличные фестивали. Ну, давайте вот сюда попробуем зайти. Посмотрим, что тут. Посмотрите, сколько снега. О, видите, идет монтаж. А снег все идет. Блин, чуть не упал. Весь в снегу. Ну и вот впереди у нас Красная площадь. Смотрите, здесь погрузчиком снег убирают. Возле Манежки. Это вход в Александровский сад. И вот мы с вами вышли к историческому музею. Памятник Георгию Константиновичу Жукову. Ну вот на Красной площади, гляньте, сколько народу. И снег более-менее почищен. Ну давайте вот здесь пройдем. И пойдем через Иорскую часовню. Мимо там пройдем, мимо нулевого километра. И зайдем на Красную площадь. Температура воздуха где-то минус 4 градуса. Хорошо, безветренно. И снег не просто идет, он валит. Автобусные экскурсии вот собирают. Все перекрыто в основном. Видите, там тоже закрыто. Готовится к Новому году. Ну и вот он у нас. Иорская часовня, ворота, которые, как я уже говорил, были восстановлены в 1995 году еще при мэре Юрия Михайловича Лужкове. Вот там каруселька катается. А здесь ведь каток сделали, я видел. По телевизору показывали. Вот нулевой километр. Ну, каток. Туда сейчас и не зайдешь, наверное. Интересно, сколько стоит там прокатиться? Сейчас посмотрим. Да. Иорская часовня. Заходим. Ну, я вот слегка уже тоже в снегу. ГУМ в подсветке. Ну, здесь почистили. Я так подозреваю, и чего-то плеснули еще на брусчатку. Потому что снег не держится. Видите, тает. Ну и, соответственно, уже лужи и слякоть.
что лучше. Я думаю, вот я по манежу прошел, снег сантиметров 15 с большим удовольствием, а здесь уже особо и не пройдешь. Ну, здесь вот торговые ряды, улица Никольская, туда я тоже планирую немножко пройти по ней. Вот посмотрим в торговых рядах, что там у нас, чем торгуют. Музыка играет. Да, красиво. Ну, естественно, каток тут как-то не очень. Можно пройти туда, наверное. Или можно. А вот Никольская, вся в снегу, гляньте. Подсветочка включена. Сейчас пройдем туда. Или сразу пойдем. О, здесь продавцы уже отплясывают. Давайте пройдем на Никольскую, потом вернемся на Красную и пройдем еще немножко в сторону Зарядья. Ну вот, смотрите, какие сугробы здесь. В ГУМ мы с вами совершим экскурсию чуть попозже. Вот здесь мне нравится, смотрите, снег вообще не убирали, чуть-чуть почистили. Кучки его собрали. Это вот вход в ГУМ. И все здесь в снегу. Вот еще один вход. Ну, по центру особо не пройдешь, снега много. А вот здесь вот хорошо. Вот эти висюльки тоже все снегу. Некоторые горят, некоторые нет. Непонятно. С Новым годом. Либо, например, если товар. Почему днем пошел? Боюсь, что к вечеру снег прекратится. Часть его уберут. Я хотел именно показать вам Москву. Вот заснеженную. Давно хотел. Я из Крыма выезжал, когда плюс 13 было. Здесь сейчас минус 4. И снег идет. Но если был бы сильный мороз, вряд ли бы снег пошел. Российская телевизионная и радиовещательная сеть. Да. Мужской монастырь. А вот там вообще сугробы снежные. Перекрыли, ленточки натянули. Здесь теперь глаз да глаз. Образование сосулек вот в такую погоду. Самая благоприятная погода. Чуть-чуть еще, если сейчас потеплеет, и они начинают повисать. И тут нужно уже смотреть и не ходить близко под домами. А то, как в известном фильме, ты туда не ходи, ты сюда ходи. Снег в башка попадет. Легендарное кафе «Вареничное». Снег в башка попадет, совсем плохо станет. Ну, видишь, из каждого недостатка, вернее, делают преимущество. Вот ребятня облюбовала вот этот кучу снега под горку. И вот они там уже улазят по ней. А так вот, в общем и целом, конечно, хорошо. Музычка играет. Так что, дорогие друзья, вот самое оно гулять. Вот это сколько снега, видите, целая куча. И ребятня по ней уже ее облюбовала и бегает по ней. Я думаю, в скором времени все это вывезут. Но пока, потому что до этого вот была оттепель, а перед оттепелью тоже несколько суток, по-моему, двое. Снег валил, прям как сыпал и сыпал, не останавливаясь. Тоже показывали по телевизору, замело Москву капитально.
10-бальные пробки. В некоторых местах город стоял. Ну, сейчас здесь, конечно, движения нет, но вот сейчас выйдем на новую площадь, на Лубянскую площадь, и посмотрим, там метро Лубянка, какое там движение. Вроде одет не очень тепло, а вот капюшон одел и жарко стало, вот пришлось снять. Вот смотрите, уже скидывают снег. Вот люди работают. Видите? Чтобы не дать образоваться сосулькам. Оградили ленточкой. Страховочный пояс на нем. Ну, конечно, скользко, а то вместе со снегом полетит. И вот здесь КФС. И вот убирают снег. Видите? Тут же вот маленький погрузчик маневренный. На пятачке может. На 360. Салон Audi. Тогда я здесь рассматривал, стоял машины. Интересно, те же стоят или новые поставили? Стоят за стеклом, видите? Я купал их нет. Проулок на Никольской. Знаете, какая красота здесь. Давайте зайдем, заглянем сюда. Третьяковский проезд. К сожалению, на Третьяковском проезде играла знаменитая музыка «Merry Christmas», и нарушение авторских прав будет. Поэтому я молчал, придется музыку там, конечно, поменять. Но меня интересовало, вот смотрите, я вышел на дорогу, и здесь сколько машин снегоочистоуборочных, гляньте, собрались в ряд. Вот этому надо зафиксировать. Более 10 тысяч единиц техники вывели на улицы Москвы для борьбы со стихией. Вот так Петр Бирюков командует всем этим процессом. Это зам Собянина. И вот они выезжают, знаете. Это Третьяковский театральный проезд у нас. Устраиваются в ряд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть машин сразу. Шесть я насчитал. Посмотрите, как чисто после них.
Вот там Лубянская площадь вдалеке. Ну давайте пройдем уже до конца по Никольской. Ну что, вернулся я на Никольскую улицу. Театральный проезд посмотрели вам с вами. И Третьяковский. Очень красиво оформлено. И вот идем мы с вами до конца. Затем вернемся на Красную площадь. Немножко там снимем. Потому что все снять, конечно, не удается. Или ролик будет километровый. И вот мы выходим с вами. Раньше Никольская называлась улица 25 лет октября. 25 октября. Или 25 лет октября. Ну, короче, опять я забыл. Писали мне, писали. 25 октября. Вот, видите, здесь подвозят всякие продукты. Для них движение разрешено по Никольской. Вот потихонечку едет. Пибикает всем. Ну вот она заканчивается. Сейчас с правой стороны Лубянка, метро Лубянка будет. И мы с вами выходим. Вот они с голубями. Живодеры стоят. Не посряйте их. Не сфотографируйтесь с ними. Это вот с голубями. А в Крыму очень много там с попугаями, с обезьянками. Их периодически гоняют, но ничего не помогает, с орлами. Чтобы они были более спокойны, их чем-то пичкают, мне так кажется. Но мы сами их поощряем. Платим им деньги за фотографии. И это их стимулирует к дальнейшему бизнесу. В Крыму их живодерами зовут. Вот она, метро Лубянка. Лубянская площадь. И знаменитое здание КГБ СССР. Сейчас это ФСБ России. Офис, можно сказать, Феликса Эдмундовича Дзержинского. Раньше здесь, вот где елка, там в этом районе он и стоял. Но сейчас его перевезли куда-то. Одно время чуть ли не хотели сделать референдум о возвращении Феликса Эдмундовича на старое место. Ну и вот, дорогие зрители, хотел задать вопрос. Я шел, как вы считаете, нужно возвращать его на место или оставить там, где он сейчас стоит, где-то в музее? На музейных, не в парке Патриот случайно, я вот точно не знаю, но где-то он вот стоит там. А здесь вот стоит елочка такая красивая. Но возвращаемся на Красную площадь. Машины едут на светофорах только, вот видите, останавливаются, к обочине снег сдвинули. Конечно, коммунальщикам работы прибавил. Ну что, дорогие друзья, вернулись мы с вами на Красную площадь после экскурсии по Никольской. Ну и смотрите, снег как шел, так идет. Ну здесь торговые ряды с едой. Люди тут вот заправляются. Ну давайте немножко пройдем с вами здесь. И я хочу еще добраться до Зарядья, посмотреть там. Гляньте, повесили шары на деревья. Мы поднимаемся. Вот каток. Музычка здесь играет такая. И люди катаются, видите?
вообще просто нормально все. Вот там торговые ряды у нас, елочки везде, гляньте. Давайте зайдем туда, посмотрим. Ну, здесь вот всякие сувениры продают, карусельки детские. Ну, люди вот отдыхают сейчас день, народу не очень много, сосисочки жарят. Подожди, ты хочешь возьми? Скворчат. А что? Потом вот видите, хот-дог 300, франция, дог большой 300 рублей, напитки. Трусики какие-то из металла. Горячие напитки. Ну, голодными не останетесь. На весь вкус и цвет, на каждый кишелек. Вот здесь оладушки. Оладушки. Вот сколько стоит, посмотрим. Видно, банановый водки 400 рублей. Ну, в среднем где-то 400 рублей стоит. Ну, много иностранцев, хочу вам сказать, фотографируется. Давайте на Красную площадь выйдем, немножко посмотрим. Ну и вот, смотрите, здесь вот все почистили. Ну, явно чем-то полили немножко. Вот снег идет, прочистили, и все равно вот снег засыпает. Это вот вся эта агломерация, каток, торговые ряды, карусели. И все это вот на Красной площади, ближе к ГУМу. Время 12:30. Ну и, в принципе, здесь уже вот мы с вами посмотрели. И давайте теперь пройдем на парк Зарядье. Странное дело, вот казалось бы, GoPro, а вот минус 4, минус 5 начинает выключаться почему-то. Что за проблема такая? Ну вот в ладошках погрел ее несколько минут, работает. Двигаемся в парк. Посмотрим, как там обстоит ситуация со снежными заносами в городе Герои Москве. Ну, явно вот еще хочу сказать, со снегом Москва научилась справляться еще со времен Лужкова. Какие бы снегопады ни были, все равно выгоняют технику и чистят, чистят, чистят. Вот казалось бы, снега настолько много, что невозможно. Но видите, его по крайней мере с площадей убирают в кучи вот к стенкам, к бордюрам, а потом технику уже вывозят. Погрузчики такие есть, снег грузят, лапами загребают, так вот видели неоднократно, и все это дело вывозят. Мы обходим храм Василия Блаженного, двигаемся в парк Зарядье. Вот здесь вот можно пройти, нет, интересно. Ну, тропинка натоптана. Пролезем, не пролезем вот в эту вот щелочку. Ну, пролезли. Здесь снега, конечно, много. Вот тут автобусы стоят экскурсионные, вот эти двухэтажные. На площади Революции зазывалы. Вышли мы с вами с Красной площади. И посмотрите, как здесь гоняют трактора. Дорогу, поляну чистят, гляньте, щетками. Здесь вот рейд, наверное, какой-то, гаишников, три машины стоят и чешут всех подряд, практически останавливают. И вот сюда вот через дорогу пешеходный переход, и вот там парк Зарядье. Ну вот смотрим, там тоже явно видно, что снег убирают, службы Мосводоканала что-то, две машины стоят. Ну а мы ждем, пока у нас загорится зеленый, вот он загорелся. И мы идем, вот на маршрут выезжает автобус, видите?
двухэтажный. Записывайтесь на экскурсию. Ну, а здесь зазывала на экскурсию. Вот эти веточки посвященные горят. Елочка стоит, ну и снежный коллапс парку не грозит. Посмотрите, как красиво. И когда... Может, это и неправильно, но вот когда дороги не чистят, вы знаете, они накатаны такие, конечно, скользко, но зато как красиво смотрится. Вот он, мост, Кремль. Они, конечно, чистятся вот, и брызгают вот этой вот смесью какой-то. Ну, здесь, наверное, соль с песком не сыпят. Здесь какие-то реагенты химические вот, разъедают на дорогу. Ну, а без них куда? Вот моментально будет гололед, каток. И вот машины едут. Видите, как красиво. А тут трактора фигарят. Снежок подчищает. Ну, давайте немножко пройдем по парку Зарядье. До Парящего моста дойдем. Это вот сейчас... стало одно из любимых мест москвичей и гостей столицы. Как раньше в программе «Время» говорили, москвичи и гости столицы. Вот елочка, ну и, конечно, ПСБ, Промстройбанк, куда без него. Там елка на Лубянке, ВТБ, банк. Ну вот ПСБ в Крым зашел, ВТБ и Сбербанк боятся заходить. Казалось бы, уже все, что можно, против них ввели, и все равно боятся. Хотя государственные банки, никто им не указ. Так, ну это было отвлечение от темы. Вот этот осел, смотрю на него, гляньте, как красиво светится. Ну хорошо, зимой вот этих самокатов нету. Вот этих колес, на которых молодежь гоняет. Вот зимой, слава богу, их нет. А тут того, люди собьют на такой скорости леты. Ну а здесь вот у нас снег. Везде, как раньше в песне пелось, вода, вода, кругом вода. Вот здесь можно перефразировать: снега, снега, кругом снега. Ну, довольно-таки редко сейчас, в последнее время, не знаю, бывает столько снега. Его моментально убирают. Я думаю, что через пару дней от этого снега не останется следа. Только кроме как в многочисленных видео, снятых про Москву. Вот видите, посыпали. Интересно, чем сыпят? Гранитная крошка, видите, вот такая. Сыпет и не скользко, нормально. Здесь так и надо, это еще ввели такое вот, не сыпать реагенты на пешеходных тротуарах, чтобы обувь, и вот такая вот крошечка. Посыпается, но нормально. Так, медиа-центр. Зимой снежок идет, но уже, по-моему, его интенсивность немного ослабла. Но мы сейчас до Парящего моста с вами дойдем, и я буду заканчивать вот такой вот предновогодняя Москва с большим количеством снега. Конечно, снег, вот такой снег. И вечером, если вот он идет, снимать с подсветкой вообще было бы шикарно. Но, дорогие друзья, я посмотрел прогноз и побоялся, что к вечеру от этой красоты не останется следа. Потому что, как я уже говорил, Петр Бирюков и его городское коммунальное хозяйство работает. Так, ну, здесь что-то вот закрыли. Здесь такой тоже вот мини такой мост был, если можно так сказать. Засыпало снегом. Наверное, люди боятся, ответственные. Вот видите, там даже и не чистили. Просто сигнальную ленту натянули, и все. Проблема решена. А так вот хотелось пройти. Неужели мост тоже закрыт? Сам. Но народу немного, в принципе. Гастрономический центр Зарядье. Вот все туда я никак не попаду, но там очереди всегда страшные. Туда вот люди идут, 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 стоят в очередях, ждут столик. Ну, возможно, сейчас и можно там пройти. Ну, а так, пока идем, хочу напомнить вам, дорогие друзья,
не забывайте лайки ставить, пишите комментарии, как вам вот эта новогодняя заснеженная Москва. Так, а это вот, собственно говоря, сам мост. Но здесь открыто, это хорошо, и народу мало. Сейчас мы с вами зайдем, а то как туда не зайдешь, постоянно народу много. А, нет, закрыто. Закрыто, и с той стороны закрыто. Подписывайтесь на канал, дорогие друзья, не забывайте. Это не он. Блин, здесь вот таких понаделали. Это не он, мост вон он дальше. Ну, походу, он тоже закрыт. И никого. Он охранник ходит там. Хотя не, вот, открыт. Ура, ура, открыто. Я не туда пошел. Концертный зал. И вот, собственно говоря, сам парящий мост. Ну, вот здесь уже движение поплотнее будет. Посмотрите, машины стоят. Это какая у нас набережная? Что-то я уже подзабыл. Знаю точно, Москва-река. А так вот уже, видите, снежиночки моргают. Ну, движение машины особо не гонят. Ну, потому что плотно, скользковато, конечно. На мосту тоже, видите. Смотрите, осторожнее надо. Под снегом доска. И тоже скользковато. А здесь вот движение идет. Так, что у нас Москва-река? Не замерзла? Нет, ну такими льдинками. Еще прочный ледяной покров в Москва-реке не установился. Хотя вот, говорят, последние годы она вообще не замерзала. Ну вот, смотрите. Какая красота. Снежная Москва, предновогодняя. Середина декабря. И скоро Новый год. Вот мы прям на пике, на краю этого языка. Здесь мы, собственно, с вами и будем заканчивать наш обзор, дорогие друзья. Побывали в самых таких центровых местах. Засняла все-таки немножко снегопада. Вот Кремль, Красная площадь там. И я на этом буду заканчивать. А вы не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Огромное всем спасибо, кто помогает мне в передвижениях по Крыму. И не только по Крыму, как видите, я уже в Москве. Всего вам хорошего и до новых встреч. А вот, собственно говоря, о чем я и говорил. Видите, уже в районе Красной площади Васильевский спуск. Здесь как раз вот и снег и убирают уже погрузчиком маленьким. Дальше чистить дороги.